А мой рейтинг 1, это значит, я самая лучшая? За что мне такое наказание? Нет, Ная, это значит, что ты самая худшая. Может быть, я смогу его поднять? 18 лет на экзамене, но если твой рейтинг станет 0, тебя перекрутят в мясорубке. Пожалуйста, возьмите мою дочь в ваш детский сад. Извините, милочка, но с таким рейтингом ей здесь не место. И что мне прикажете делать? Я должна работать. Я ничем не могу вам помочь. Может быть, вам повезет, и ее возьмут в школу. Мамочка, мне пришло письмо, что меня приняли в музыкальную школу. Мама, я тоже хочу в музыкальную школу. Ная, ты с ума сошла, ты не можешь туда пойти с твоим рейтингом. Вот твоя сестра Клариса пойдет, у нее как раз рейтинг 9 баллов. Я, по-вашему, не смогу добиться успеха? Вчера те, кто сдал экзамен на 0 балла, и у них стал рейтинг 0, их перекрутили в этой ужасной мясорубке. И я тоже очень боюсь, что я не сдам экзамен. Ты точно сдашь, Ная, ты ежедневно готовишься, я уверена. Ребята, завтра самый важный экзамен в вашей жизни. Но какой балл вы сдадите этот экзамен, такой рейтинг вы и получите. А что будет, если мы сдадим на 0? Вас сразу же отправят в переработку. В нашем обществе не нужны такие люди с низким рейтингом. Ная, иди погладь одежду для Кларисы. Мама, у меня завтра важный экзамен, я... У Кларисы завтра тоже важный экзамен, Ная. Ты должна погладить ее одежду. Все равно ты не сдашь на высший балл. Ты в курсе, что меня могут отправить в переработку, если я не сдам? Меньше одного балла ты все равно не сдашь, Ная. Итак, вы получили бланки с заданиями. На выполнение вам дается ровно 3 часа. После результаты будут на экране. Удачи, Ная. Удачи. Загрузка результатов. Страшно, мне кажется, я завалила там несколько вопросов. Если честно, мне кажется, я на все ответила правильно. Это было все, что я знала. Жаль, что нам невозможно получить балл выше 5.